Всем привет, уважаемые зрители и подписчики канала, с вами Армак, и сегодня мы с вами понаблюдаем за партией во втором полуфинале. Первый полуфинал уже закончился, и мы знаем, что Тимбукту ждет своего соперника для того, чтобы определиться с первым или вторым местом, какое ему будет, в общем-то, сулить игра. А в этой паре, которая играет сегодня, у нас определится второй финалист и второй игрок в игре за третье место. А за третье место, я напоминаю, что уже будет играть Волвин. И сегодня у нас получается дерби. Такое в героях увидишь нечасто. Но это дерби мы с вами уже видели в одном из турниров подписчиков, который был до этого. Это мало того, что два игрока из Украины, представляющих город Угледар и имеющих разницу в возрасте всего лишь пару лет. Это игроки, которые являются еще и друзьями в реальной жизни. Более того, в свое время Зелот даже учился играть и принимал советы от Тайкара. Но вот как-то складывались так в турнирах между ними дела, что Зелот, он большего достигал, места повыше занимал, проходил куда-то дальше. Ну, либо можно это считать более везучим, не знаю, но я считаю, что к любому везению нужно еще и приложить определенный скилл, и это требует определенных трудовложений с вашей стороны. Играть начал в герои раньше, в принципе, Зелот, но в онлайне всего лишь на год Зелот начал играть раньше Тайкара. Но в данном турнире стоит отметить, что Тайкар не проиграл еще ни разу, а Зелот уже потерпел одно поражение. И к этой игре они подходят в статусе того, что с одной стороны, вроде как Тайкар мог бы быть фаворитом в игре из-за статистики, но с учетом того, что Зелот уже побеждал у Тайкара в турнирах, ну так явно прям взять и сказать, наверное, нельзя. Поэтому, думаю, сегодня игра без фаворитов. Равная игра, которая во многом будет зависеть от того, как ребята почеркаются и кто из них допустит больше ошибок. Искренне надеюсь, что здесь не будет какого-нибудь расклада в одну калитку. Потому что, если действительно будет так, то, конечно, интерес, я думаю, что снизится, и приятного в этом будет не так много, как хотелось бы. Как обычно, сначала ребята по очереди вычеркивают шаблоны, чтобы определиться с тем, какой именно шаблон они собираются играть. Потом идет торговля за цвет и торговля за замок, если они играют не зеркальный шаблон. Ну вот не знаю, казалось бы, зеркальные шаблоны и их появление должно было бы заставить в турнирах играть больше зеркалочки, потому что якобы равнее расклады должны быть. Но на практике мы получаем ситуацию, что зеркальные шаблоны в основном играются в зеркальных турнирах, где обязуют играть именно на зеркалках. А там, где создается конкуренция между зеркальными шаблонами и обычными, большинство предпочитает обычные шаблоны. Во многом это может быть вызвано тем, что больше непредсказуемости, больше интриги. И многие в целом вообще не любят играть, когда зеркальные города выпадают.
То есть, когда оба играют одними городами. Вот интересно все-таки не только зрителям, но и игрокам наблюдать не только за противостоянием конкретных игроков, но и наблюдать за противостоянием конкретных рас. У каждого есть та раса, которую он любит больше или меньше. У кого-то есть, возможно, самая любимая и самая нелюбимая раса. И вот когда зритель не знает, за кого болеть из игроков, ну то есть оба игрока либо очень близки ему, либо наоборот оба игрока очень не близки, то зритель может выбрать, например, себе того, за кого болеть именно. По той расе, за которую играет конкретный игрок. Ну или как любит мой отец говорить, когда у него спрашиваешь, за кого ты болеешь, он постоянно говорит за того, кто выиграет. Так что и вы, если не знаете, за кого болеть, болейте за того, кто выиграет. Но вообще довольно интересная ситуация, то есть у нас два игрока из Украины вышло полуфинал и два игрока из России, и ребята так заняли места, что выпало играть россиянам вместе, украинцам вместе. Таким образом, довольно интересная ситуация у нас получается. У нас в игре за третье место будет играть игрок из Украины и России, независимо от того, кто сегодня выиграет. И в финале тоже будет противостояние игрока из России и Украины. Ну, тем интереснее будет, я думаю. Конечно, возможно, Тайкару и Зелоту хотелось бы обоим побороться за возможность игры в финале и уже в финале разыграть путевочки, но ничего не поделаешь. В принципе, еще до выхода в плей-офф я предупреждал, по какой системе все будет проходить, что первый игрок будет играть с тем, кто... Ну, игрок, занявший первое место, будет играть с тем, кто займет четвертое место, а игроки, занявшие второе и третье место, будут играть друг с другом. Ну, а если бы были у нас еще игроки, которые набрали бы такое же количество очков, и близкий или такой же коэффициент Бухгольца, то мы бы с вами перед полуфиналами еще, ну, нужное количество проходных игр сделали бы. Могли бы это приравнять, например, к четвертьфиналу как таковому. Красным цветом у нас стартует Зелот. Игрок, который помоложе. И в первый день, даже несмотря из-за того, что делает старт за Шакти, он улучшает именно Гарпий. То есть будет заботиться о том, чтобы у него были отстроены лучше цепочки, был лучше разгон и были возможности с первых дней пробивать любые стрелковые охраны. Что, наверное, тоже довольно важно. Ну а старт в подземке говорит о том, что ребята, судя по всему, садятся играть шаблон дом. И если это так, то быстрая встреча навряд произойдет, потому что получается, чтобы добраться к оппоненту, у тебя есть 4 направления. Нет, стоп. Стоп. 3 направления, правильно? Да, 3 направления. И по всем этим 3 направлениям аж через 4 зоны ты добираешься к оппоненту. Карта размера М с подземкой играется, если это не зеркальный вариант. Хотя в зеркальном получается М-ка, но там же все равно появляется подземка, так что в любых вариантах именно М с подземельем размер. Я знаю, что некоторые ребята данный шаблончик играли и на L размере. Там...
примеру, взять того же Таганаша и Гунара. Они одну партию сыграли, вторую тоже начинали. Ну и отзывы Таганаша тогда были довольно лестные в плане того, насколько было комфортно играть на этом шаблоне. Но заточен он все равно больше по демочку. Так что именно с этим размером для динамики мы и проводим с PvP режимом партии на нем. Идет пробивка дендроидов. Дендры поделились на 4 стека. Но худо-бедно рельеф, который здесь появился, хотя бы один из стеков поставил снизу. Три стека дендроидов держатся вместе, они друг друга очень сильно страхуют. И здесь возникает большой соблазн по кому-то ударить, но в этом случае, если ты не добиваешь стек, а у троглодитов огромный разброс по наносимому урону, то тут сразу же начинают возникать целый ряд проблем. Закрывает по максимуму троглодитов единичками, но эти единички не смог... Что? Он снимает ответку? Так может убрать... Что и делает, в принципе, Тейкар правильно. Не подставил просто дендроидов тот стек, который... С которого сняли ответку, точнее. Так, а дендроиды все начали еще дальше отходить, чтобы опять же не подставляться под троглодитов. Изелоту надо будет сейчас догонять этих нейтралов под управлением Тейкара. Но потихонечку все-таки расстреливает. Да, урон небольшой, но и стеки небольшие. И, как минимум, Тейкар убивает палатку. Не могу сказать, что это большая потеря, с учетом того, что высокоуровневых юнитов нет. И, кстати, дипломатию качнул Шакти. Хорош. Вот это я понимаю старт. Шакти-дипломат. Не часто такое увидишь. Но это одна из таких партий, да. И со стороны Зелота мы с вами в ходе данного турнира уже видели дипломатию в деле. И для него тогда это оказалось большим плюсом. Перед самой финалкой он тогда умудрился выкрутить ситуацию в свою пользу. И игра закончилась совсем не так, как ожидалось по первой неделе. Ну и что немаловажно, магию земли сразу словил. Ну и конечно же он говорит, играю, смотрите, словил мудрость, словил магию земли, получил дипломатию. Что ему еще надо? Еще и ящик Пандоры удачно взял на опыт. Давайте смотреть лучше, какова ситуация у... Тейкара. Играет он за башенку. Есть Кира.
Кира тоже дипломат. Но сегодня ей противостоит дипломат Шакти. Играет по стандарту, улучшая гремлинов. Через повышалочку продвигает сразу же дипломатию. Ну и обзорочка тоже засветила огромный радиус. Поэтому, ну, как минимум на этот день тут сложно будет чему-то удивиться, скажем так, со стороны синего игрока. Но шанс потерять голема, наверное, все-таки присутствует. Возможно, удастся, конечно, голема как-то прикрыть, но нет, он не стал прикрывать. А это с большой долей вероятности потеря, да. Можно было попробовать перестроиться и этого голема поставить внутрь, а какого-то выпустить. Но в итоге этого не произошло, поэтому голем в итоге потерялся. Но опять же, големы не являются какими-то сверхважными юнитами. Они больше работают на прикрытии самих гремлинов. Именно в этом на первой неделе заключается их задача. Некромечик подбирается. Это меч, который дает плюс 3 атаки. И является, кстати, элементом сборного артефакта, что немаловажно. Рестарт. Ну, кстати, может быть, этот рестарт со стороны Тайкара и к лучшему для него самого, потому что соперничать с героем-дипломатом, наверное, не лучшая идея. Но остается без рестартов Тайкар, а Зелот в этот раз на поверхности появляется. Минус этого всего, потому что он появляется на некроземле и не имеет плюс 1 к скорости. А плюс — это более обширная территория, больше вариантов, как куда-то пробежать, и меньше шансы на узкие проходы и большее количество блоков. То есть зона должна быть в теории поинтереснее. Конечно, так случается далеко не всегда. Так, и потихонечку продолжает свое движение. Влево он там увидел, что есть блок в виде воздушек, через которых пока не хочется пробиваться. Но вправо блок не лучше. С одной стороны огры, за ограми там вроде некрощит лежит. То есть просто в прошлый раз ему дали некромеч на старте, в этот раз некрощит.
явно попахивает какой-то некразделкой. Надо знать, кому платить, с кем договариваться, чтобы такие расклады сдавало. Так, не понял. А он, получается, на один стек меньше с собой сделал. Можно было еще одну единичку троглодитов в теории организовать, но нет. Решил, что трех гноликов вполне достаточно. Успевает снять ответочку, само собой. И с потери единички спокойно вылазит. Да, некрощит. На плюс 3 защиты. И, кстати, довольно скомканная зона оказалась. Надо думать дальше, куда ты пролезешь. Внешних жилищ не видно, поэтому, наверное, и засиживаться особо здесь не стоит. Ну, есть, в принципе, внешнее жилище троглодитов, но... Это, с одной стороны, плюс. Особенно на первую, начало второй недели. Но на перспективку и под финалочку это все же не то, что хотелось бы видеть. Но, опять же, шансы найти... Родной город на карте, они все еще присутствуют, а направлений должно быть три. Вот два мы с вами видим, это портал слева и портал справа, но должен быть еще один. Может быть выход под без дороги, может быть еще один портал, может полноценный проход где-то есть. Нужно получше разведать зону и посмотреть что да как. Напоминаю, что турнир у нас проходит абсолютно без правил, за исключением прописанных патовых ситуаций и то, каким образом проходит черк шаблонов, торговля, какие сроки на игры и так далее. Ну а самих игровых, в общем-то, правил нет, поэтому руки у ребят развязаны. Мы чего только не увидели в плане противостояния в данном турнире. И дипломатов, и противостояние героев из компаний самых разных. Ну и многое-многое другое. В этот раз Зелот зарестартил. Не понравился ему расклад, который выпал. Ну, теперь уже полноценная играбельная партия начинается. Аж на 25-й минуте. Что довольно поздно. И, кстати, внешнее жилище Минотавров. Умеет. Умеет все-таки Зелот рестартить в плюс себе, но надо... Ой-ой-ой, какая грязь. У него на старте два внешних жилища Минотавров. Что-то попахивает шоколадным раскладом. То есть уже, в принципе, план на игру понятен. Кое-как пока проводим бои, качаемся, под конец недели забираем... Ой-ой-ой, не, все... К сожалению, я уже знаю, кто победил. Я не знаю, как должно сдать Тайкару, чтобы данную партию можно было затащить. Какой же это ужас. Три внешних жилища Минотавров. Ну вот как так? Абсолютно несерьезно. Еще и опять старт на поверхности. Огромная зона, как для этого шаблона появилась. Да. Ну, я удивлюсь, если где-то подсольется Зелот. Он, по сути, выпустит из рук такой топовейший расклад. Конечно же, идет пробиваться в первую очередь через внешние... жилище Минотавров, которое слева, потому что здесь охрана попроще в плане того, что нужно бить гномов, а вот ледянок эту битву хотелось бы немножечко отсрочить.
Ну, то есть, смотрите, у него есть возможность поставить Минотавра в родном городе, взять два внешних жилища, еще и отпорталить. То есть, по сути, будет четверной прирост на каждую неделю. Как совладать с этим громадным стеком Минотавров, особенно если стычка произойдет на второй недельке, я, честно говоря, понятия не имею. С таким огромным стеком и стеком, который наносит такое огромное количество урона, я понятия не имею, что нужно делать. Это все чересчур. Вот бывают же такие сдачи. Блин, ну прям таких вот явных раздач я давно не помню. И блин, надо же было этому произойти в такой сверхважной игре. У нас просто может не получиться здесь интересного противостояния из-за такого расклада. Вот все-таки чем больше смотришь партии, тем больше убеждаешься в том, что над игровыми value именно объектов следует поработать. Ну, по крайней мере, посмотреть, что из этого получится. После изменения value объектов и более адекватного, на свой взгляд, расстановки. Если расклады станут менее дисбалансными, то ну, это же хорошая идейка. Ну а если же нет, то, конечно, беда. Сразу же лезет без улучшения. Нет, пока что не полез. Пробивается соседняя охрана. Ну, просто надо понимать, что надо будет убивать во внешнем жилище целых 9 минотавров, поскольку минотавры являются юнитами 5 уровня. И ими еще и соперник будет управлять. Но думаю, что ну, без потерь нычка никак не берется. Самое главное, чтобы они не сильно моралились, минотавры. Иначе, конечно, троглодиты очень сильно пострадают. А как мы знаем, у минотавров всегда положительная мораль. Поэтому моралиться они ой как любят. Перекрыл проход для нижнего стека. Поэтому с минимальными... Ой-ой-ой, серьезно, вот прям такой проход. Как будто, знаете, какой-то черный ход. И проход, сделанный в лесу. Такой потайной, о котором никто не знает. Настолько интересно это выглядит. Как будто, знаете, такую аллею из деревьев кто-то посадил по краям. Как будто заходишь в какой-то парк. Очень интересно смотрится. И главное, углядел же он этот проход. Я сразу даже и не посмотрел в ту сторону. Ой-ой-ой, еще и Галтран пришел. Я промолчу. Просто нет слов. Просто нет слов. Не знаю я, как это делает, конечно, Зелот, но ему просто нереально завозит. Ну что, давайте надеяться, что раздача у Тайкара будет не хуже. Но я уже вижу, что зона очень скомканная.
И один из выходов будет где-то по бездороге, что еще уменьшает вариативность, к сожалению. Ну и воздушки потихонечку начинают отстреливаться. Попытка идет пробиться наверх, но надо сразу же заметить, что очень много блоков. Хочется попробовать таким образом обойти, конечно же, Тайкару орков, но джинов-то по-любому там не обойдешь, то есть их тоже придется бить. Или, может быть, это бой просто за, по сути, так, проверяет, какая скорость у них и какой урон на всякий случай. Тайкар только после этого лезет атаковать. Ну, Боровый слабенький. То есть ему здесь реально бояться нечего. Еще и с рельефом довольно сильно повезло. Очень легко закрываться таким образом. Земля, в общем-то, нейтральная. Закрыться пока что вроде получается. Ну, на джинов пока не лезет. В общем, старается играть довольно сейфовенько. Поэтому тяжело. Очень тяжело придется, конечно. Тем более, вы посмотрите, у него просто нет ничего. И как можно ни с чем сражаться против всего, по сути. Это просто несправедливо. По отношению к Тайкару, но... Тут уж ничего не поделаешь. Так, ну а со стороны Зелота уже даже грейдятся троглодиты. И вот, казалось бы, да, сразу мы с вами не делали никаких фаворитов в сегодняшней игре. Но а как тут можно не делать фаворитов, если, ну, расклады прям небо и земля? Тут сейчас и разбежится нормально по направлениям, и на своем респе нормально соберет всего необходимого Зелот. И если он еще и все три нычки пробьет на первой неделе, и при этом их все три возьмет, ну, я тогда вообще не знаю. Я просто не знаю, что здесь может спасти Тайкара. Может быть, если он отобьет какой-то серьезный свиток, какой-нибудь Армагеддон, взрыв или что-то вроде того. Или если он найдет полет, например, и за счет полета начнет просто на карте все воровать. Может быть и такой момент, как знать. Ну, а Тайкар просто бежит вперед. Он знает, что моралька может сработать, и если сработает, то сопернику, конечно, не поздоровится.
старается максимально долго не подставляться под троглодитов, но делать это бесконечно не получится. При всем желании. Так, ну а тут либо бить и получать ответочку, либо ждать следующего раунда, но проблема в том, что минотавры обгоняют гоблинов, я так понимаю, по скорости, поэтому снять ответку, наверное, и не получится. Не подумал же он заранее о том, чтобы сделать единичку из троглодитов, и потерял армии больше, чем мог бы. Казалось бы, банальные вещи, но эти банальные вещи заставили его меньше потерять бы армии. Просто зелот не посчитал скоростя, да? Но зато уже появилось три минотавра. Поэтому автоматически Тайкар понимает, что внешнее жилище минотавра уже взято. И это внешнее жилище будет отпорталиваться. Понимает, что момент крайне-крайне неприятный. Но я даже не знаю, как он среагирует, когда он увидит взятие второго внешнего жилища. А потом сразу же за ним последует еще и третье взятие внешнего жилища. Мне кажется, боевой дух игрока может быть понижен до просто ниже плинтуса. И зелоту с вот такой раздачей на своей родной территории даже не надо особо спешить куда-то вперед. Он реально может засидеться. Это расклад скорее Тайкара заставляет куда-то бежать и где-то что-то искать, потому что дома толком ничего нету. Не знаю, я давно не помню таких раскладов. Чтобы одному все, второму прям реально не давали возможности нормально отыграть. Очень большой разброс, просто очень. По сути, тут может даже и не быть финалки. То есть, если Тайкар будет постоянно видеть, как растет и растет отрыв от него, а сам при этом не будет находить ничего серьезного, то в финалке не будет даже никакого смысла, будем откровенны. Что эта финалка даст? Она будет просто формальностью, по сути. Так, подкачивается еще дипломатия. Сейчас будет пробиваться через капитанов кентавров. Ну и постарался еще пособирать немножко опыта для Сайры или Киры. В разных переводах по-разному. Ай-яй-яй, со штрафом побежал по снегу. Но что делать, что делать? Старается максимально перестраховаться. Самое главное, что он это делает не кем-то из главных героев. Так, ну разлом, кстати, такой, что с помощью 4 юнитов можно блокировать проходы. Но он этого делать не будет, потому что... Вы сами видите, что смысла в этом нет. И выходит на болотную зону. Это видно сразу, потому что там есть внешнее жилище василисков. Медленных юнитов с собой тоже не берет. Поскольку хочется, чтобы нормальный разгон был у Киры. Но, кстати, максимально 6-й разгон получается. Небольшая переписочка между ребятами. Так, и обзорочка есть рядом. Это хороший момент для Тайкара. Заодно он сразу и определит качество этой зоны. Так, и нашел еще один проход. Находится справа на, опять же, то ли некровскую, то ли данжевскую зону. У него вверх проход на некровскую или данжевскую, и снизу тоже. А здесь болотка.
Ну и ход передается далее на зелота. Далее берется склепик. Склепик в целом выпал небольшой, так что берется он проще простого. У минотавров 50 здоровья, поэтому они вполне могут постоять, потерпеть. Ну и сейчас, после вот этих вот пробивок, чтобы можно было в ближайшее время заняться зелоту собирательствами там наверху, а там есть что собирать и захватывать шахты, он, скорее всего, продолжит, да, собирать склепы и параллельно с этим забирать оставшиеся внешние жилища. Вот так вот, особо никуда не спеша, просто сидя дома, он будет получать гораздо больше преимуществ, чем его соперник, который будет бегать по всей карте. Пока из хоть каких-то плюсов, которые там для себя нашел Тойкар, внешнее жилище Василисков можно отметить, но опять же, по ресурсам настолько все скудно, что... Неужели ради далеко не самого лучшего внешнего жилища он прям будет, ставит экономику в еще худшее положение, чтобы собирать именно Василисков под финалку? Я не могу сказать, что они не полезные юниты. Нет, они полезные. Но они не дают ему вообще никакого преимущества над оппонентом вот в данной партии. Возможно... Если он их отстроит в городе, а потом еще улучшит, и внешнее жилище Василисков окажется не одно в той зоне, тогда они могут оказаться полезными, особенно если сработает их окаменение на тех же, например, минотавров, что позволит не получить ответного удара при их ударе. И потом этими же Василисками продолжать разбирать оставшихся юнитов. Тогда может быть, плюс магия, которая, я надеюсь, будет у Киры, хорошей. И все это, в общем-то, в связочке может что-то хорошее даст. Так, ну и ребята, судя по всему, дальше решили сохраняться. И сейчас мы видим, как они уже после сохранения продолжают играть эту партию. Напоминаю, ситуация лучше именно у Зелота в плане перспективности. Гнолики пробиваются. А, ему надо повторять ход? А зачем? Он же вроде сохранял. Не нашел сохранения, что ли? Опять перехаживает свой ход. Зелот. Как они так умудряются? Еще и длинное название ему давал. Может, ребята не знают, что теперь все сохранения хранятся в папочке с сохранениями. Есть папочка «Рандом», которая говорит о том, что игры игрались на рандомной карте. И в папочке «Рандом» уже непосредственно вы находите нужные вам сейвы. Или, может, загрузились с автосейва. А по автосейву ты начинаешь... перехаживать последний ход, даже если ты его отходил. То есть в автосейвах особого смысла нет. Автосейвы — это больше для тех, у кого не стоит галочка по какой-то непонятной причине.
Ну, не зря же Бараторч сделал возможность, чтобы каждый день сохранялся отдельно, причем уже отхоженный. Специально для вас старался, делал, почему эти возможности не использовать. Так, отлично. Забирается еще один склепик, перебрасывается армия на Ивара. Ивар едет заниматься собирательством. И под внешнее жилище Минотавров за тряпками уже готовится Зелот на следующий день. То есть это уже будет день пятый. Есть еще и внешнее жилище троглодитов, но нет. Тут такая сдача, что в этом нет смысла еще и нычку троглодитов забирать, потому что он наверняка, можно не сомневаться, будет заниматься отпорталиванием. Это еще хорошо, что у него один город родной здесь. Если бы не было здесь родного города, точнее, было бы два родных города, как на том же Твиксе или Родине. Вы представьте, было бы целых два портала для темницы. Это уже было бы серьезно на самом-то деле. А Тайкар тем временем едет забирать город. И вот, кстати, сравните, сколько по таймеру ходит Зелот. Гораздо дольше, иногда даже в 2, в 3, 4 раза дольше, чем Тайкар. А Тайкар из-за того, что ему просто-напросто нечего делать, ходит очень быстро. Армия пока что находится на Ризе, забирает ее Аламар. Ну, кстати, Аламар с воскрешалочкой, может быть, тоже в какой-то момент станет очень полезен. Его бы тоже немножечко раскачать, чтобы грамотность стала экспертной. О, пошла дипломатия. Хорош. Может, хотя бы за счет дипломатии Тайкар сможет выкрутиться. Но очень много золота надо собирать. И довольно медленных юнитов он здесь купил. Я напоминаю, что в данном турнире дипломатия только платная. Бесплатная дипломатия забанена, поэтому к вам никто не захочет бесплатно присоединяться. Так, и армия подвозится на Шакти у Зелота. Что, он сразу едет внешнее жилище брать или... Да, сразу едет, не отходя от кассы. Он, кстати, самую неприятную охрану, которая стоит перед внешним жилищем Минотавров, Ледянок, оставил на самый последний момент. То есть получается примерно на шестой день будет брать третью нычку Минотавров. И скорее после ее взятия, наверное, он пойдет в подземку через проход, который находится снизу справа. Потому что он там будет ближе всего. И может быть даже в подземке уже будет искать недостающие ресурсы, чтобы нормально выстроить армию в городе. Тряпки высасывают по 2 единицы маны каждым своим стеком грейженным. Правильно делает, что не берет весь стек гоблинов. В этом нет нужды.
Ему нужно просто побольше единичек, чтобы нормально закрываться. Чем он сейчас и должен... Что? Так а что ты делаешь? А если он сморалится, он же тебе сразу огромное количество троглодитов вырежет. Зачем это делать? Кто-нибудь знает? Какая жесть вообще. Но видно, что не боится морали. Закрываться тут особо не получается. Не, на самом-то деле тут единичку надо было вырезать. Просто бьешь по единичке с обратной стороны, чтобы поближе стоять. Вот и вся разница. Тойкар говорит, нормально, две нычки минотавров. Зелот ему говорит, там еще есть. Вот начиная с этого момента тут, я думаю, Тойкар понимает, что шансы на победу в данной партии для него очень и очень низкие, к сожалению. Поэтому, может быть, есть смысл выходить в экономику и просто на дипломатии пытаться тащить данную партию. Как знать, как знать. Ну а кроме дипломатии, я не вижу других шансов. Во-первых, я и в дипломатию не особо верю, потому что, ну, сильно много золота уходит на то, чтобы нормально присоединять. Но дипломатия дает хоть какие-то теоретические шансы. Вот если бы бесплатная дипломатия была разрешена, это имба. Бесплатная дипломатия на... Ну, в большинстве случаев она перебивает все остальные тактики. Очень тяжело с ней совладать. Против дипломатии, которая в полном объеме работает, может быть только, наверное, одна адекватная тактика. Это либо перетимповать, не то что в два раза, а реально мега перетимповать оппонента. И второй вариант это организовать финалочку на второй-начале третьей недели, когда дипломат еще нормально не наприсоединялся и не перешел к каким-то топовым стекам. В остальных вариантах дипломаты это те же некроманты. Только некроманты, они хотя бы только скелетов присоединяют, а эти тут начинают все подряд и по нарастающей. Чем больше игра затягивается, тем более топовые стеки получается присоединять в случае чего. Ну и ход передается далее. Так, очередная битва для Тейкара. Но она очень простенькая. Экшена, конечно, со стороны синего игрока мы видим гораздо меньше, но это не его вина. Таков расклад, ничего не поделаешь. Главным героем даже собирательством начал заниматься, чтобы других героев не подгонять туда поближе.
Аламаром едет отбивать ресурсы, есть воскрешалочка, но воскрешенные войска не остаются после битвы, если у вас магия земли хотя бы не является продвинутой. Или хотя бы базовой должна быть. Ну, короче, когда магии земли нет, точно войска не остаются после боя. Ну, а так по памяти вроде с продвинутой землей точно остаются. Вот насчет базовой точно не помню. Одну горгульку потерял, ну, это не страшно. Результат, он перебивает потери. Очень маленькая зона, то есть и стартовая зона очень маленькая, а тут еще так выпало, что и эта зона маленькая. Благо там есть проход далее, и вроде как то ли некромечек лежит, я вот не успел. Да, некромечек лежит. Это плюс 3 атаки. Заодно Виверн сразу же отстроил, что немаловажно. И что, может быть, хотя бы цитаделечку и замок? Ну, цитаделечку беспроблемно он может под Виверн поставить, а вот насчет замка пока не уверен. И второе внешнее жилище троглодитов тоже находит Зелот. Минотавры у него уже отстроены. Беспроблемно. Два внешние жилища из трех тоже уже захвачены. Кстати, а если Диммером поехать третье внешнее жилище забирать с метеориткой? Это значимо, в общем-то, снизит потери. Почему нет? Нет, он все равно через Шакти, да? Типа, опыт отдаем. О, так они вообще убегают. Пусть уходят, зачем тебе лишние потери? Ну, зря. Вот, как по мне, это ошибка. Ну вот зачем тебе битвы со стрелками сейчас на первой неделе? Кроме получения опыта, не вижу вообще ни одного плюса. Вот просто ни одного. А если взять соотношение потери опыт, то, не знаю, потерять двух гарпий ради того, чтобы поднять сейчас опыта. Не знаю. Гарпии бы пригодились для большего темпа, когда к сопернику будешь бежать и стрелков уже блокировать по пути. Вот, минус 3 гарпии, минус 5 троглодитов. Ну, не знаю. Если бы он пошел Диммером сражаться, он бы один стек значимо там подвырезал. И точно так же... А, ну нет, хотя нет. С одной стороны, он подвырезал один стек метеориткой, но гарпии в первом раунде не дотягивались бы. А так за счет тактики гарпиями типа заблокировал стрелков. Да, Диммеру, пожалуй, силы магии там не хватало для адекватной пробивки. Если бы он хотя бы полностью вырезал какой-то стек, тогда да, можно было бы еще подумать. И то с кривой стрелы... Ну, там, в общем, 50 на 50. Там многое зависело бы, максимальный урон для ледянок выпал или минимальный, или к какому ближе. Итак, смотрите, имеется 12... Минотавров, при этом еще 12 добавится на новой неделе, плюс приросты в замке, и у него больше 30 минотавров к началу второй недели будет. Какой стек и какая армия, какой прирост может убить 30 с лишним минотавров на второй неделе? Я даже не знаю.
А если он их еще и улучшит, а я думаю, что в этом даже не стоит сомневаться. Это самое профитное решение, к которому он должен будет идти. То это все. Затащить такие вещи будет крайне сложным. Пробивается в подземку, делает это через Ивара. Попадаются блоки по пути. Ай-яй-яй, моралька заходит. Да сколько можно, говорит Зелот. Таким образом он теряет одного Минотавра. Ну, хоть какой-то плюсик для Тайкара. Он, конечно, особо ничего не решает, но... Тайкар говорит, три нычки минусов. Зелот говорит, а у тебя дипла. Но при этом не говорит, что у него у самого есть дипломатия. Ну вот Тойкар правильно говорит, у меня две шахты на респе и все. Все остальное это такое бредовенькие занятия, которые ему никак не помогут выиграть. Да, крайне тяжелая ситуация для Тоя. Подвозится армия. И мечик поедет своим дипломатом бить. Стрелочку тоже передает. А нет, сначала едет за шап. Нет, за мечом все-таки. Тут, кстати, шапка хорошая. Корона мага, как-то так она называется. Которая дает плюс 4 к знаниям. Так, спокойненько пробивается. Корону мага оставил на потом. Но он понимает, что ему нужно темповать. Во что бы то ни стало. Повышение атаки, оно очень топово вот сейчас. Прям в темп. Для того, чтобы его стрелки наносили больше урона. А кроме стрелков, у него, по сути, ударных стеков больше нет. Так, и он задумывается о том, а может быть... После пробивки наверх вернуть армию назад и Аламаром корону все-таки забрать. Так, ну смотрите, по всем направлениям первые две зоны это ваши трежерные. Потом после них идут уже трежерные зоны оппонента. То есть в своих зонах вроде как более-менее безопасно. Хотя если соперник углубился по какому-то направлению, в общем-то вас там могут накрыть. Особенно во второй зоне. Которую сейчас, например, выходит Тайкар. В первой вы себя можете чувствовать в безопасности на первой неделе, в большинстве случаев. Так что разгоняться я бы, наверное, Тою не советовал на всякий случай. Или если разгоняешься, то на большом количестве единичек быстрых, иначе все-таки может произойти серьезное накрывание. С возможным невозможностью откупа. Так, находит на плюс моральку, да? Или удачку артефакт, который ему особо сейчас не так сильно нужен. Хотя, кстати, бывали случаи, когда морали и удачи все перекручивали. И вот завеяло хоть каким-то адекватным плюсом для Тайкара. Он находит консерваторию.
Но, как всегда, в ложке меда есть ложка дегтя, потому что а чем брать эту консу? Вот если она окажется большой, это же провал. А если маленькой, он ее берет, но при этом это не является чем-то значимым. Допустим, один или два ангела у него будет. Они же никак не смогут соперничать с 30 плюс минотаврами. Вот просто никак. Особенно если будет благословение под минотавров, то ангелы будут повержены минотаврами, и минотавры даже не заметят, что они там были. Да уж. Тем временем Галтран начинает тоже заходить в подземку со стороны Зелота. Но делает он это для того, чтобы вернуть армию домой. Он, наверное, просто готовится в ближайшее время улучшение минотавров. До королей минотавров. Ну и неделечка потихонечку. А, так он, наверное, вообще думает в подземку уже с другой стороны еще пробиться. Вообще надо отметить, что из трех направлений он пока только в одно пробился. Что по темпу, конечно, очень и очень слабенько, но, как мы говорили, он намеренно не темпует за счет хорошего расклада прям в первоначальном респе. Впервые были минусы, говорит. Зелот. А тут не ожидал, что минусы будут ходить позже. И потерял таким образом двух глаз. Ну, глаза, они важнее всего для Шакти, поскольку Шакти слепой. А Надежда умирает последней. И Шакти едет пробивать сразу же следующее направление. Ну и заканчивает неделю таким образом Зелот. С пробитыми двумя направлениями. Но при этом не, нормально не разведанными. И в плане разбежки и разведки все-таки... Если по зонам говорить, то вроде как впереди, конечно, Тайкар. Но, как мы знаем с вами, вынуждено. А Зелот, он, в принципе... Отдает пока инициативу оппоненту и дает возможность там побегать, что-то поделать. Так, ну что, разгончик, да? Да, разгоняется. Ух ты, ё, ну это все. Ну как так-то? С двумя порталами и данжами играть? Это просто последний гвоздь... Просто последний гвоздь. Ну вот как так? Я не знаю, как Зелот это делает, но, блин.
из трех направлений нормально углубиться только в одно и, блин, найти там темницу. Жесть какая-то. Еще портал там успевает поставить. Ну, если так прям дела будут идти, то может даже и под 40 минотавров сможет собрать. Это просто жесть. Ну, я думаю, что игра, наверное, закончится у нас прямо на этой же неделе. Когда Тайкар увидит, что у соперника там под 40 минотавров, он просто будет сдаваться, понимая, что, ну, никак, вот просто никак. И вы посмотрите на это невезение, он выходит в еще одну зону, и она тоже оказывается крошечной. Со стороны Зелота там какая-то гигантомания, а со стороны Тайкара какие-то крошечные зоны. Их, конечно, быстро и легко собирать, не надо далеко бегать. Кстати, внешнее жилище птичек есть. Может подумать над тем, чтобы... Ну хотя не знаю, что ему нычка это даст. В принципе, он ни одну нычку не пробил. Ни нычку Василисков, ни нычку птиц. Вот сейчас он подумывает, может все-таки хотя бы птиц типа пробить под конец недели. Хоть какой-то прирост. Типа ты получаешь 3 птицы сейчас, 3 птицы на следующей неделе, и следующая неделя хотя бы с 6 птицами будет. Потому что прироста толкового в городах нет. И он разворачивается. Корону... Ну зачем тебе сейчас корона мага? Ну вот объясни. Тебе надо армию где-то искать, а ты бегаешь, отбиваешь артефакты, которые, ну вообще, никуда они не уйдут от тебя. Но возьмешь ты их на день позже. Или он уже готовится таким образом к финалке, хочет посадить героя, пополнить ману под конец недели. Но я не уверен, что это настолько прям профитное решение. Жаль это говорить, но... Не успеет. Просто не успеет нарыть нужное количество армии. Не хватается за последние возможности. Я, конечно, понимаю, что золота жутко не хватает. Чтобы все нычки, которые тебе хотелось бы использовать, ты просто не выкупишь. И золото, которое он насобирает, он, наверное, потратит на какую-нибудь отстроенную цитадельку в одном из городов, чтобы увеличить хоть немножко какой-то прирост. Но вообще игра, конечно, со стороны Тайкара, она больше похожа на выживание, к большому сожалению, а не на полноценную игру. Кучки золота вроде есть, но как-то их некогда брать, что ли. Совсем чуть-чуть, и Ламар не довозит армию, там надо будет... Кире ее как-то забирать, а у нее тоже уже не осталось шагов. Он даже умудрился улучшить Виверн в течение первой недели, а не только отстроить. Но я тоже не уверен, что такая уж это профитная идея. Опять же, виверны, они... Ну, их грейд был бы нужен ближе ко второй неделе. На первой, может быть, лучше отстроиться и лучше экономику выстроить. Как вариант. Один живет бедно, еле находит золото на то, чтобы сводить концы с концами, а второй просто мега богатый, с огромным количеством армии, неплохой раздачей и так далее. Ну вот мы и дождались с вами второй недельки, и вот сейчас интересно будет посмотреть, как же скупится и загрейдится сейчас
красный игрок и как это в психологическом плане повлияет на оппонента. Что там у него? Шапка пятого уровня, что ли, лежит на снегу? Или мне показалось? Да ладно, ну что? Ну как это? Ну вот как? И он берет, находит третий данж. Я, если честно, я не понимаю, что Тайкар еще делает здесь. Ну вот какой бы он ни был скилловый, ну не получится. Вот просто не получится ничего сделать. Вот просто расклад в одну калитку, причем настолько в одну калитку, что просто можно не играть даже партию. Да уж. Ситуация. Еще и золото, конечно, насыпало невероятно много. Вроде тратит много зелот, но при этом золото постоянно есть где брать. Шакти тем временем разбивается. У него есть тактика, он может разбиваться на любых охранах. Надо скупать всех минотавров, отвозить сейчас домой, заняться их улучшением до королей минотавров. И потом, когда через день, наверное, увидит Тайкар все это дело, он все сам поймет. Заодно садится пополнять ману и покупает книгу заклинаний для шаг... А нет, садится он вроде не собирается. Он сейчас просто подвезет, передаст армию и поедет еще золото раздобудет. Сейчас у него в наличии 26 минотавров, но это еще далеко не все. Сейчас посмотрит на все это дело Тайкар и... Просто ужас. Просто ужас. Я думаю, данную партию Тайкар может вспоминать как какой-то страшный сон. Такого просто не могло быть. Вот сколько партий было пересмотрено, откомментировано, но... Вот настолько однокалиточных я не помню. Бывали, конечно, случаи, когда из-за блоков ребята не могли выйти и сдавались там по разным причинам. Или куча блоков, которые заставляли таять вашу армию и не давала раздач. Но вот так, чтобы у одного нормально можно было бегать, развиваться, но при этом он не мог найти за счет чего... А второй тоже мог нормально развиваться, но при этом у него было все, что ему необходимо, и даже больше для победы. Да уж. В общем, с большой долей вероятности за третье место у нас будет играть Тайкар. А в финале Зелот будет играть против Тимбукту. Докупил себе Виверн, Тайкар. Они, конечно, очень скоростные, неплохо бьют, но у них большой разброс по урону. Сейчас еще может неприятный момент возникнуть, когда начнут моралиться дендроиды, и в этом случае будет беда. Единичек тоже могут нарезать эти дендроиды нормально. Надо считать урон.
каждый стек понемножечку начинает подстреливать, снимать ответочки там с них. Ускорение на гремлинов, чтобы убежать. В этом, в принципе, и заключался план изначально. Ай, моралька, но благо, все равно даже с моральки дендроиды не дотянулись. Если бы дендроиды здесь дотянулись до гремлинов, то гремлинов бы, конечно, было потеряно очень много в этом бою. И это был бы очень критичный момент на самом-то деле. Замедлениями закидал большую часть стеков дендроидов оставшихся, Тайкар. Он даже не клюет на единички. Все равно пытается бегать и догонять гремлинов. И пригвоздил виверн. Поэтому, чтобы виверн спасти от корней одного из дендроидов, их пришлось добивать стрелочкой. Так, и снова дендроиды пригвоздились. Дальше еще удар по гремлинам прошел. Но в целом по потерям вылазит нормально вроде. Гаргульку надо минусовать. Правда, не получилось этого сделать все равно. Ну, опыта раздобыл драгоценного для себя в первую очередь. Думает, типа, пробиваться дальше. Но, блин, через крестоносцев это очень опасно. Вот они-то как раз очень быстрые, и их морали там просто могут в пух и прах разнести всю армию. Вот вся та армия, которая есть у Тайкара, а она очень маленькая и очень уязвимая, ее просто не останется. Золотой лук хотелось бы отбить, но, к сожалению, без серьезных потерь там тоже пробить этот золотой лук не получится. Хорошей ударной магии нет. А сверхскоростных юнитов, которые в первом же раунде блокируют и при этом могут выдержать удары со стороны глаз, тоже не имеются в наличии. Так, а Зелот тем временем проверяет размер медузиатни. Так, еще одно внешнее жилище троглодитов. Кстати, рефьюга лагерь беженцев есть. С везением Зелота, я думаю, что лагерь беженцев можно даже проверить. Я представляю, если там ему дадут Минотавра. Это просто будет последняя точка, такая эпичная в данной партии. Вот уже 29, 38... Минотавров. Троглодиты тоже докупаются. Бихолдеры тоже докупаются. Гарпии докупаются. Ну, как я и говорил, под 40 будет. Вот 38 уже есть. Если бы он одного не потерял, уже было бы 39 даже. Выставляется вперед. И просто разрывает в пух и прах. Thank you.
Вот просто на грейженных минотаврах все разбирает. Видите, больше ничего и не надо. Стрелки, не стрелки, под стрелков есть тактика, под не стрелков. Можно просто завейтиться, а потом добивать тех, кто к вам подходит. Просто легчайшим образом. Очень быстро все чистит, все пробивает. Никаких вариантов, чтобы слить даже одного минотавра. Вот как приходится потеть синему игроку и насколько все легко теперь для красного. Вот вам и темница. Я когда-то говорил, что темница, у которой есть хорошее внешнее жилище, и темница, у которой нет внешних жилищ, это две разных расы просто. Вот не будь у него внешних жилищ минотавров, а только нычки троглодитов, ситуация была бы совершенно другая. Все равно, конечно, немножечко впереди был бы зелот в этом случае. За счет неплохой сдачи по золоту и, в принципе, по богатым зонам, которые находятся рядом. Плюс три родных города, в которых от портали троглодитов можно было бы. И тут бы уже было там, я не знаю, под 250, может быть, троглодитов. Но это все равно довольно быстро убивалось бы в финалочке. Конечно, он бы в итоге все равно поставил минотавров в трех городах. Не без этого. Но, во-первых, это было бы не на первой неделе во всех городах. Это раз. А только со второй недели, возможно, были бы отстроены эти города. Ну, а во-вторых, неизвестно, на какой день тут, в принципе, игра должна была бы закончиться. Возможно, к этому моменту уже и Тайкар приходил бы. Или Зелот к Тайкару. И там уже какие-то бои начинались между ними. В общем, сложно предполагать. Так, ну и на этом ход заканчивается со стороны Тайкара. В основном беготня всяческая была у него на этот день. Ну и медузы, кстати, они у него так и не улучшаются. То есть они больше так, для Аджора будут. И для ударной мощи. Чтобы мало кто из нейтралов вообще хотел сражаться с Тайкаром. То, что два родных города со стороны Зелота Тайкар об этом тоже знает. И сейчас, когда он увидит, что будет забираться третий родной город. Ну вот я просто не знаю. У меня бы уже, наверное, сдали нервы просто. Как такое можно, в принципе, пытаться играть, что ли? Так, битва с налетчиками. Тут самое главное, да, закрыться максимально, потому что эти ребята, если сморалятся, то со своими двойными ударами они могут на самом-то деле даже минотавров подкосить. Но морали не было, поэтому легчайшее взятие сапожек. Кстати, он с этой охраной даже библиотеку сейчас может пробить. Все статы увеличатся на 2, будет 8, 7.
4-3, да? А, нет, стоп, у него 7 сила магии. Тогда будет 8-7-9-3. Блин, как же он разрывает всю эту карту. Вот это, наверное, та ударная мощь, к которой стремятся многие, когда ты особо не задумываешься даже о том, как ты будешь кого-то пробивать, ты просто идешь и пробиваешь. Многие не хотят с тобой даже сражаться, хотят убегать, и ты их уже там догоняешь, говоришь, не-не-не, вы же мой опыт, куда вы? Тут, правда, стеки довольно серьезные выпали. Наверное, со снятием ответок побезопаснее как-то будет здесь. Снимается ответочка специально под Минотавров. Как показала практика, с одного удара Минотавры выбивают элементали. Да, и он библиотеку спокойно заберет на следующий день. Просто легчайшие бои. Но, по крайней мере, он выходит в эту соседнюю зону, и она вроде как инферновская. То есть это, по крайней мере, не будет еще один данж. Что уже хорошо. Да, уже виден инферно-город. Ну, кстати, вот эта зона инферновская, она пока что хуже всего как-то по начинке выпала. До этого как-то зоны поинтереснее были. И ход передается на Тайкара. Смотрим, как он сейчас будет выкручиваться. У него, кстати, здесь есть проход через грейженных горгулек по бездорожью. Может попробовать через них куда-нибудь выглянуть при желании. Да-да, вот он как раз сейчас через них и пытается выйти, посмотреть, что же да как там. Ай-яй-яй, битва с серебряными пегасами, какая же жутко неприятная. И когда гремлины заблочены, то это все. Ну вот, Зелот ему и пишет, что это ГГ. Говорит, у меня огонь. Да, в общем, происходит сейчас сдача со стороны Тайкара. Я бы на его месте, честно говоря, наверное, я бы сдался гораздо раньше. Видя такие неприятные респы и ситуацию в целом, а у соперника настолько быстро растет армия, что... Ну, это чересчур, вот честно. Это реально чересчур. Ладно, поздравляем Зелота с выходом в финал. Тайкара поздравляем с возможностью игры за третье место против Волвина. Будем ждать этих последних игр в данном турнире. Будем надеяться, что там не будет таких раскладов, что ребята... Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, а там, оказывается, еще одна зона была с нычками Минотавров. Какая грязь. И еще одна данжевская зона справа.
Да я не помню, чтобы хоть когда-то на этом шаблоне прям столько данжей накидывало. Жесть. Ладно, у меня на этом все. С вами был Армак. Всем пока, до новых встреч, удачи, любите играть в героя.